Этот экспонат здесь самый древний и популярный в музее, а полгода назад мог бы и попасть на свалку. Строители, прокладывая траншею под водопровод на улице Ровенского, откопали полутораметровую кость. Очевидно, рабочие и не поняли, что за находка была в руках, и потому просто оставили ее на улице. Местные жители трофей подобрали, а потом передали в музей. То, что это останки мамонтенка, хранители музея поняли сразу. У взрослых особей бивень в длину достигает 4 метров. У мужской особи бивень закручен, а у женской он почти пологий. Вот если смотреть на этот бивень, то мы можем сказать, что это бивень вернее всего, что женской особи. Новость о ценном экспонате жителей поселка взбудоражила. Получается, они практически живут на останках древних млекопитающих, обитавших здесь во времена Вислинского ледникового периода. Единственный на весь район музей местные посещают часто. И пополнению коллекции останков древних гигантов обрадовались не меньше сотрудников музея. Ну, тут в деревне вообще все говорили, что даже мамонтенка нашли. Я говорю, ну это не мамонтенок, вроде бы, а бивень. А спустя несколько дней в музей доставили еще один экспонат. Останки древнего животного нашли в Сосновоборске Красноярского края. И снова мамонта, теперь уже нижний зуб. Но и кроме выставки животных последнего ледникового периода, есть чем удивить посетителей. В поселковом музее сотни различных экспонатов, всевозможных картин, нарядов, трофеев времен Великой Отечественной войны. А сейчас, например, музейщики занимаются расшифровкой надписи на именной кружке одного из местных жителей. Ее участнику Корейской войны 1953 года вручил китайский лидер сам Мао Цзэдун. Сотрудники музея подключили знатоков китайского языка, чтобы исследовать текст. После перевода история кружки советского солдата станет частью экскурсии для посетителей. Мария Добрынина, Станислав Колчинаев, Вести Хакасия.